Наша страна продолжает проводить специальную военную операцию. Ежедневно приходят сводки о награждении героев орденами и медалями. Однако внимание и благодарность со стороны государства участникам СВО необходимо и по завершении службы. Поэтому руководство страны приняло решение о создании специальной организации, где выслушают, а при необходимости и помогут. Губернатор Игорь Рудени постоянно подчеркивает, в Тверской области важно оказывать максимальную помощь участникам СВО, их родным и близким. По поручению главы Верхней Волжи действует комплекс мер по поддержке военнослужащих и их семей. Теперь же в регионе появляется мощный ресурс федерального уровня. Количество ветеранов специальной военной операции уже давно измеряется тысячами. И многим из них по окончании контракта требует та или иная помощь. Социальная, психологическая и так далее. В том числе, конечно, и медицинская. Для решения всех этих проблем по всей стране создаются филиалы фонда «Защитники Отечества». В Тверской области главной филиал открыт здесь, на перекрестке улиц Терещенко и Склескова. Он будет работать в формате единого окна. Каждый день с понедельника по пятницу с 9 утра и до 6 вечера. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие в получении всех полагающихся мер поддержки. Для этого подготовлены социальные координаторы, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам. В Тверской области была создана межведомственная комиссия, которая осуществляла как раз-таки подбор людей. Все наши специалисты, которые сейчас трудоустроены, это люди, которые уже прошли специальное обучение, прошли тестирование. Ключевые направления деятельности фонда – медицинская реабилитация и психотерапевтическая помощь обратившимся. Организация санаторно-курортного лечения, обеспечение лекарствами и средствами реабилитации, обучение и трудоустройство, юридическая помощь. Фонд нужен. Я тоже приложу максимум усилий в помощи фонду. Те навыки, которые немножко я приобрела за этот период, тем и поделюсь с фондом. Каждый человек, который действительно пожелает, может сюда обратиться. И я думаю, что ему окажут максимальную помощь. Режиссер Олеся Шигина, представляющая Комитет семей воинов Отечества, отметила, с 22 года в России активно ведется работа по оказанию юридической и психологической помощи участникам СВО, их семьям. Важно, что теперь она приобрела более системный и масштабный характер. Там лучшие люди нашей страны. Там люди, которые готовы рисковать своей жизнью, они просто готовы, они просто ею рискуют, они ее, в принципе, принесли и положили на алтарь судьбы своего Отечества. Кроме всего прочего, фонд защитников Отечества намерен привлекать ветеранов специальной военной операции к патриотической работе среди молодежи. Участник СВО Михаил Кокарев убежден, что это надо делать в формате личного общения, потому как политические ток-шоу школьникам не так интересны, как взрослым. Дети не смотрят эти передачи. Им надо доводить каким-то понятным языком. По школам, надо выступать. Стоит отметить, что и в районах при администрациях также созданы комитеты координаторов, куда могут обращаться участники боевых действий и члены их семей. При необходимости специалисты будут выезжать к месту проживания. И самое главное, фонд «Защитники Отечества» работает в формате единого окна, а значит, ветерану будет оказана всесторонняя помощь.